У туристов резко вырос спрос на апартаменты в Анапе. Сервис бронирования отелей и квартир выяснил самые популярные направления весны для бронирования апартаментов на длительный период. На первом месте по традиции Сочи с 30% от всех длительных бронирований весны. На втором – Санкт-Петербург, на третьем – Кисловодск, а на четвертом – Анапа. Также в топ-10 вошли Пятигорск, Москва, Калининград, Ялта, Ессентуки и Красная Поляна. Отмечается, что самое длительное бронирование туристы оформляют в Анапе в среднем на 14 ночей. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторан-отель «Белладжио». Все лучшее в одном месте. Ресторанно-гостиничный комплекс «Белладжио». К вашим услугам – роскошный банкетный зал на 240 человек, европейская и кавказская кухня, радушие и гостеприимство – все это ждет вас в «Белладжио». «Белладжио» – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216.